Физтех сегодня становится университетом 3.0. Что это такое? Это территория, включающая кампус университета и прилегающие участки, где разрабатываются и используются передовые технологии, уровень которых на несколько лет превышает тот, который сегодня существует в экономике в ее ключевых отраслях. Таким образом, это зона опережающего технологического развития. Эти технологии разрабатываются в лабораториях и центрах, которые созданы университетом, финансируются им и работают вместе с ведущими индустриальными партнерами, ведущими российскими высокотехнологичными бизнесами. Через эти лаборатории проходят студенты и, становясь профессионалами, заканчивая университет, они переносят эти технологические компетенции в экономику, становятся носителями современных знаний и технологий.